Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Смотрите, какую красоту я вам сегодня подготовила. Вот он, лицевая как бы сторона. Ну, он красивый этот узор и с лица, и с изнанки. С обеих сторон очень красиво смотрится. Ажурный, нежный, воздушный. Вот она, одна сторона. Если натянуть вот так, вот он. Красивый очень, с обеих сторон красиво, чуть-чуть отличается вот здесь вот, здесь красивее, потому что видите, вот такие вот переплетения есть между этими как бы такими скруточками, очень красиво оно получается. Вот, я надеюсь, что вам хорошо видно. Узор простейший, девчонки, вот правда простейший, всего два ряда. Число петель должно быть кратно 3. Вот смотрите, каждая вот эта скруточка, она из 3 петель. Вот сейчас хорошо видно. Вот плюс 2 кромочные. Так. Значит, первую петлю снимаем. Это первый ряд, их будет всего лишь 2. Первую петлю снимаем и немножечко подтягиваем, то есть делаем ее посвободнее, и далее вяжем тройную лицевую петлю, то есть на спицу я 3 раза накручиваю нить, 3, все петли таким образом, 2 3, 1 2 3, и так до конца ряда, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3. Так, и в конце вот все петли я провязала по 3, видите, их много-много. Теперь кромочная, изнаночная, и тоже свободненько, чтобы была свобода как бы на вот этот вот узор, он у нас растягивается как бы длину. Значит, второй ряд, первую петлю опять же снимаем и подтягиваем немножечко. Можно ее провязывать в начале вот таким вот образом, вот, и с той стороны точно так же, то есть не снимать как обычно, да, а провязывать первую петлю. Далее снимаем первую петлю, то есть вот эти 3 накида мы снимаем, и образовывается такая длинная петля. 3 штучки мы сняли, вернули назад и слева направо вводим спицу. Теперь провязываем 1 лицевая, накид, здесь подтягиваем и лицевая, то есть 3 петли из 3, 3 получается, но только мы снимаем эти накиды. 1 2 3, возвращаю слева направо, 1 накид и 2 лицевая, накид, лицевая. И так до конца ряда. Вот это весь узор. Больше ничего делать не надо. Далее повторяем с первого ряда. В круговую, девчонки, я не знаю. Наверное, точно так же. Потому что обычно бывают вопросы, к чему я начала говорить. Обычно вопросы бывают про круговое вязание. Я не пробовала, если честно, этот узор. Но думаю, если точно таким же образом вы будете вязать в круговую, хотя вот здесь вот, наверное, нужно как-то изнаночным вот так, если в круговую вот так вот провязывать изнаночными второй ряд, да? Как думаете, правильно я мыслю? Правильно, наверное, если брать логически. Так, вот и все, девчонки. И далее начинаем с первого ряда опять тройная лицевая, либо лицевая с 3 накидами, либо как ее назвать, не знаю, тройная лицевая я называю. И по итогу получается вот такой вот шикарный узор летний. Для всего подойдет. Вот от кардигана до палантина, до майки, все-все-все можно связать. Туничку какую-то летнюю, все можно связать им. Все. А на сегодня, девчонки, все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.